Жители Одинцовского округа пожаловались через социальные сети на состояние береговой линии реки Веземка неподалеку от деревни Шараповка. По их словам, предприниматели организовали незаконное изготовление бетонных блоков, а остатки производства сжигают или сливают в реку. Министерство экологии совместно с управлением Госсанэпидтехнадзора и администрацией муниципалитета провело проверку и установило факты многочисленных нарушений земельного и природоохранного законодательства. Участок арендует Голицынская птицефабрика.